потому что одеваем до конца шлейку. Поворот головы мы никак не поощряем, мы отмечаем его для себя просто. Может быть. Собираем, готовимся к выходу, чтобы после того, как мы дадим команду, не было задержек и запуток с собакой. Старт — самая чувствительная точка в этот момент. Нюхай. Ищи. Бегом, бегом вперед. Вот сюда, по дорожке направо, и идем просто, средним шагом туда. Постоянно движение, не останавливаюсь? Да, неторопливым шагом. Нет. Ай, хорошо, искать, блин, молодец. Там болтает голова. Че-че, дай лакомство, дай лакомство. Ай, молодец, хорошо. Все, все нормально, хорошо. Вот смотрите, сейчас было на обозначение идущего, да? Важно, чтобы статист не поощрял собаку до обозначения. Вот то, что он забежал и смотрит, это хорошо. Но мне нужно, чтобы он сел. Понимаете, да?
Поэтому статист может чуть-чуть замедлить ход по команде вожатого или инструктора, как сейчас получилось. Но не хвалит и не реагирует на собаку до обозначения. То есть обозначение — это как раз то, после чего дают жрать. А если собака не обозначила, мы ей пока жрать не даем. Хорошо. Вы негативы видели, да, на первом отрезке? Их было.